выбрал для вас специально топ-10. Каждая наклейка стоит порядка 440 рублей. MLG Columbus, который стоит сам 1650 рублей. Хэнни, ты посмотри, как переливается на этом калаше. Эй, здорово, дружище, с тобой Серега Сайбербанана. И сегодня я тебе расскажу о своем маленьком эксперименте. Я купил снежных вихрей на 20 тысяч рублей, а конкретно 20 штук. И я кое-что там охренительное увидел. Если тебе интересно, присаживайся поудобнее. Я начинаю, но перед началом... Залетаем на сайт hellstore.net, и я вижу здесь новый режим Coin Flip. Это подбрось монетку и испытай свою удачу, и, возможно, забери свои скинчики. Давайте выберем первого попавшегося и попробуем автоматически подобрать скины и попробуй с ним сыграть. Итак, до начала у нас остается 8 секунд. Я верю в свою удачу. Моя монетка оранжевая, его синяя. Хаус Д, братик, у меня 50% на победу. И я верю в себя, я верю в удачу. И есть! Мы выиграли, мы забираем вот эти все скины. Отлично, по промокоду Сайбербананы ты можешь получить 60 центов себе на счет и попробовать так же здесь, как и я, разорвать. Все ссылки в описании. Итак, позади меня находятся те самые 20 калашей снежный вихрь. Как я уже сказал, я потратил 20 тысяч рублей. На самом деле цена была больше. Автозакуп на каждый калаш у меня вышло 1060 рублей. И первым делом, что я хотел найти, это найти редкий флот. И второе, это найти как раз охренительно топовые и крутые наклейки. Такую тему я посмотрел у TrueDead, поэтому эта тема не моя. Если вам интересна такая тема, залетайте к нему на канал. От меня привет передавайте, прожимайте лайки на него, подписывайтесь и смотрите. Там действительно годный контент. Но я хотел провести эксперимент лично у себя. Итак, повторяю, 20 калашей, крутые наклейки, поехали. Выбрал для вас специально топ-10 самых интересных, потому что некоторые попадались также и без каких-то наклеек, а некоторые попадались с какой-то простой наклейкой, которая никому вообще не нужна. Все, поехали, 10 место. Заслуженное 10 место получает именно сет из 3 наклеек расколотой сети и также ядерный зверь. Общая стоимость всех этих наклеек порядка 120 рублей, и особой переплаты мы за этот калаш не получим, и также флот у нас не очень. Поэтому летим сразу к 9 месту. Следующий сет мы видим очень интересный. Единственное, что наклейка Automatic действительно потерта. Но стоимость этих наклеек 141 рубль, а это значит, что переплату мы тоже можем за это получить. Это было 9 место, летим к 8. Здесь мы видим уже калашик более интересный, вы посмотрите на эти наклейки, они голографические, это Борис и легендарный Беркут, их цена 250 рублей, красиво выглядит, переплату получим, да, по флоту мы тоже видим, что очень все хорошо, 0.17, для после полевок это сок, летим дальше, 7 место. А вот на этом калаше мы видим офигительный сет из синих наклеек. Это Ци Граната и также это Cloud9. Единственное, что Токсик, он был другого цвета, но его специально замазали. И посмотри, как круто выглядит. И общая цена этих наклеек 322 рубля. Выглядит реально прикольно. Летим к 6 месту. А на этом калаше мы видим полный сет SK Gaming Краков 2017. И их цена, ребят, 530 рублей за эти наклейки. Это действительно прикольно. За такой сет люди могут переплатить. Ну, по флоту, конечно, не подходит. Но сам факт, то, что я вижу 4 наклейки одинаковые, это круто. Летим к 5 месту. Ребят, сколько не смотрю именно на этот калаш, меня переполняют эмоции. Просто, Хэнни, ты посмотри, как переливается на этом калаше. И цена такой наклейки 647 рублей. Ребят, ну вы, я хрен кому этот калаш отдам, его флот также еще 0.18. Очень крутой, вы посмотрите, я добавлю сюда еще пару наклеек. Блин, это будет так круто выглядеть. 100 пудов, просто в копилочку ко мне. Я заплатил за это всего лишь 1060 рублей. Ну, хорошая инвестиция, согласись. Летим к 4 месту. Сам Зевс пришел к нам, ребят, это PLG Краков 2017, элита у нас на калаше. Также я вижу возрождение Феникса металлическое и Виго. Общая цена всех этих наклеек 755 рублей. Ты представляешь, практически стоимость самого калаша. Это очень круто. Но мы двигаемся теперь к топ-3 лучшим наклейкам, которые попались мне в этом сете. Погнали. Ого, подожди, топ-3 успеешь посмотреть, но хочу сначала тебя попросить подписаться на канал, поставить лайкусик, написать комментарий, нравится ли тебе такая рубрика. Ну и в дальнейшем залетай ко мне в описание, там очень-очень много разных ссылок. Помимо контакта, есть еще инстаграмчик, есть дискордик. Залетай везде, мы пообщаемся, поиграем вместе. Либо ты просто посмотришь, что я делаю в инстаграме в реальном времени. Практически каждые 2-3 часа я выкладываю истории. Но не всегда. Ладно, поехали дальше.
Оу, вы только посмотрите на это сочетание, какой гармоничный сет. Снежный вихрь с наклейками двумя из Liquid и также Вальда, металлическая, ну и в конце лидер. Просто идеально. Цена всего этого сета 890 рублей. Практически как калаш, как и в прошлый раз. Круто, но дальше еще интересней. Летим ко второму месту. Ну, здесь как бы есть косяк. На втором месте я поставил именно вот этот снежный вихрь, когда он мне попался, я такой, о, именной ярлык, наклейки Luminosity, я про себя думаю, чего, вот это подгончик. Каждая наклейка стоит порядка 440 рублей, я такой, уф, как это сочно. Но когда заходил в Counter-Strike, я увидел вот это, кусочек Luminosity, вот тут торчит и больше ничего. Почему? Почему стерли цена всех этих наклеек 1317 рублей? Их нет на калаше. Это такое разочарование, но все равно. Это я должен был поставить на второе место, если бы эти наклейки были. Все, летим теперь к первому месту, и там действительно интересно. Вот тот самый Luminosity, который стоит 440 рублей. MLG Columbus, который стоит сам 1650 рублей. Fear банально стоит 200 рублей. И Caldera, который стоит в одиночку 425 рублей. Общая цена всего этого набора 2048 рублей. И ты посмотри на этот коллаж. Охрененно! Топ-1! Очень круто! Если ты со мной согласен, обязательно влепи лайк и подпишись, потому что я был в шоке. Мне этот коллаж нереально зашел. И хрен я пока его кому продам. Подожду, когда ценник еще на эти стикеры вырастет. Красавчик, Серега! Вот я тебе и показал свою инвестицию в 20 плюс тысяч рублей. Это охренеть! Я считаю, я сделал все правильно, и я познаю, что это может принести мне какие-то плоды. Также, помимо того, что я их покупал по 1060, я сейчас их уже в безубыток могу перепродать. Но благодаря наклейкам я могу получить больше. Я, конечно же, подожду, когда вырастет еще все в цене, и потом перепродам. Ну, а тебе я желаю удачи, хорошее настроение, хорошего вечера, и также поставь лайк и посмотри вот это годное видео. И, кстати, в комментариях напиши, зашло тебе это или нет. Пока-пока.